Среди интеллигенции, наполнявшей обыденку в послевоенные годы, присутствовал один человек, который не бросался в глаза посторонним. Невысокий, гладко выбритый, с большими ранними залысинами. Он всегда стоял справа в проходе между двумя пределами обыденского храма, там, где находится ряд икон Божьей Матери. Впрочем, постоянные прихожане обыденки хорошо знали его в лицо, знали, что он отец большой семьи. Некоторые знали, что он крупный ученый-геолог, профессор и доктор наук. Но лишь единицы и только в конце 80-х годов узнали, что он уже почти 20 лет тайный священник. Конечно, он был заметным прихожанином. Конечно, наше семейство среди прихожан обыденного было известно. Кто-то знал о том, что у мамы отец был священником. Духовные корни отца Глеба уходили к двум крупным религиозным течениям 20-30-х годов. Одним из первых его духовников был лидер русского христианского студенческого движения, священник Владимир Амбарцумов, организатор запрещенного христианского просвещения 20-х годов, а также запрещенной благотворительной помощи семьям лишенцев. Маленький Глеб помогал в этом своему духовному отцу. Отец Владимир позднее был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой. Я преклоняюсь перед своими родителями, которые, ну, в общем-то, я скажу, исповеднический такой подвиг несли. Кроме того, что они в советские годы не боялись нас водить в храм, не боялись нам говорить о Боге, не боялись нам говорить о нашем дедушке, что в то время редко кто делал это. Во многих семьях не говорили о родственниках, потому что боялись говорить. А родители не боялись это говорить, и как я себя помню, так и я, в общем-то, помню вот все эти рассказы, как бы. И это, в общем-то, исповедничество. С другой стороны, отец Глеб и его семья были связаны с иеромонахом, а затем епископом Иоанном Вендландом, членом известного в 20-е годы в Петрограде Александра Невского братства. В 30-е и 40-е годы отец Иоанн был членом тайной монашеской общины в Средней Азии и одновременно как геолог занимался там поиском полезных ископаемых для нужд обороны страны. Сам Глеб Коляда прошел рядовым всю Великую Отечественную войну. Он был связистом в дивизионе реактивных минометов «Катюш». После войны он подумывал о том, чтобы тоже принять монашество, но отец Иоанн, Вендланд, благословил его заниматься наукой и создавать семью. Супругой Глеба стала Лидия Амбарцумова, дочь его первого духовника. Обыденский храм для меня – это такой родной храм. Конечно, я очень благодарна Богу, что Господь так управил, что наша семья связана была с этим храмом. Родители венчались в этом храме, и они были духовными чадами отца Александра Толкского. В течение 40 лет Глеб Александрович Коляда вел крупные исследования в области геологии, возглавлял многочисленные экспедиции в Среднюю Азию, а позднее в Поволжье. Он создал свое направление в этой сфере, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Когда у церкви не было возможности открыто защищать свое вероучение от нападок атеистов, он создает апологетический труд «Библия и наука о сотворении мира», в котором показывает, что вера и научное знание не противоречат и дополняют друг друга. В 1972 году владыка Иоанн Вендланд возвращается из длительной зарубежной командировки и становится митрополитом ярославским. Он восстанавливает связь с семьей Глеба Александровича Коляды и предлагает ему принять священный сан. Сбывается давняя потаенная мечта отца Глеба служить церкви. Владыка Иоанн Вендланд, когда спрашивал у папы его согласие, он сказал, надо спросить у Лиды. Если она даст согласие, тогда да. Потому что, в общем-то, в тот момент родители прекрасно понимали, что в тюрьму, может, не посадят папу, но психушку, по крайней мере, сдадут. Она всех детский дом. И то, что лишат родителей родительских прав, это, в общем, как бы однозначно. Когда папа стал священником, но он перестал подходить на исповедь. Вот. Но папа ходил, когда ходил в храм, то он ходил как мирянин. И поэтому он подходил под благословение священнослужителя, ходил под помазание, его помазывали. Но исповедоваться он к отцу Александру перестал ходить.
Отец Александр очень деликатно к этому отнесся. Он, зная о том, что у папы были духовные руководители, духовные отцы, он решил, что он кому-то вот из, с кем-то восстановил связь и стал, поэтому никаких лишних вопросов ничего не задавал. Тайна раскрывалась только перед самыми доверенными лицами. При этом каждое воскресенье в обыкновенной московской квартире на северной московской окраине совершалась тайная литургия. Папа почти каждое воскресенье служил дома литургии. Ну, а мы все принимали участие. На столе и на тумбочке ставились так стопки книг, закрывались полотенцем, мы ставились как бы иконы местной Спасителя и Матери Божией. И там уже был алтарь. Но папа начинал всегда закрывать, закупоривать свой кабинет. Окно закрывалось сначала толстым слоем поролона, потом там одеяло, потом уже пикейное покрывало вешало сверху, с тем, чтобы звук никак не слышно было. На кухне и в соседней комнате включалось радио достаточно громко. Вот. А мама вставала рано утром и начинала мастерить, я бы сказала, облачение, потому что как такового облачения не было, его нельзя было иметь в тот момент. Вот, то, что боялись опять-таки обыска какой-то. И мама каждое воскресное утро за несколько часов до службы она доставала с определенного чемодана так называемую филонь, которая была как скатерть. Она здесь ее зашивала, она прикрепляла крестики, которые у нас лежали в тесемочках там. Потом приезжали даже надо вечером духовные чады. Папа долго с ними разговаривал, исповедовал их. Потом они, как правило, оставались у нас ночевать. В конце 80-х, когда изменилась ситуация в стране, отец Глеб стал искать возможности для выхода на открытое служение. Это было непросто. Владыка Иоанн к тому времени уже скончался, и некому было подтвердить факт тайного рукоположения отца Глеба. Но в конце концов это удалось, и в октябре 1990 года отец Глеб вышел на открытое служение в храм Ильи Пророка в Обыденном переулке. Но служение отца Глеба в Обыденке было недолгим. Он стал сотрудником синодального отдела по церковному образованию, которому передали храм в Высокопетровском монастыре. Параллельно он был назначен первым настоятелем возрожденного храма в Бутырской тюрьме и первым священником, который в постсоветский период начал духовно окормлять заключенных. Одновременно он преподавал, читал лекции, писал книги. Какую-то боязнь имел и очень сильную конспирацию. Нам попадалось «Будь здоров». Я по телефону сказала, что я там со своей духовной сестрой на Кропоткинской буду встречаться. Мне попалось «Будь здоров». При этом, вот удивительно, когда спали, если можно так сказать, оковы, когда церковь получила свободу, он пошел и стал всем проповедовать направо и налево, и великим, и малым, и все, как угодно. Помню, уже было прединфарктное состояние, он там лежал в больнице, в реанимации, потом он вышел, собрался опять куда-то там ехать на какой-то там симпозиум или еще что-то такое. И мать Георгия тогда все переживала. Ну куда ты едешь? Ну ты что, у тебя там прединфарктное состояние? Ну нельзя, тебе врачи сказали, что нельзя такой образ жизни вести там вообще все. Он говорит, нет, надо проповедовать, надо ехать там организовывать всякие-то воскресные школы, там не знаю. Ну потом мать Георгия, правда, махнула на него рукой, в хорошем смысле этого слова, и сказала, ну сколько Господь даст ему жизни, пустая, столько он и трудится для Господа. Чего я его буду сдерживать? Его невозможно сдержать. Братья, благодаряща всегда о всех, о имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу. Приятно смотреть на ваши улыбающие лица. Отец Глеб скончался 1 ноября 1994 года. Но благодаря его такой самоотверженной деятельности, те, кто только открывал для себя Христа и Церковь в начале 90-х, ощутимо прикоснулись к опыту христиан 20-го столетия. А в этом опыте жизнь обыденского прихода занимала немалое место.